Благоустройство города несколько сместилось из-за запоздавшей весны. Но уже сегодня на центральных магистралях можно было видеть активную работу городских служб. В Ярославле началось весеннее благоустройство. В первую очередь, после долгой зимы, внимание городским магистралям. Весь песок, которым зимой обрабатывали дороги, теперь необходимо убрать. В этом году рабочие вышли на улицы чуть позже обычного, когда просохли дороги. Убирают и руками, и техникой. Когда погода позволяла, работали и с 1 апреля, несмотря на условия контракта. То есть по ситуации, по дорожной обстановке, по погоде. Там, где больше грязи, убираем либо погрузчиками, либо специальным комплексом ТМ. Где его меньше, в чистовую проходим специальными подметально-уборочными и вакуумными машинами. У нас их 5 только в Сахе. Вдоль городских дорог, которые уже убраны, приводят в порядок ограждения. Если где-то есть повреждения, заменяют конструкции и обновляют. За эту зиму буквально все, чаще раз съедено. Осадки, все, на свете тут много всего. А вот весенняя обрезка деревьев уже заканчивается. Эта процедура называется омолаживающей. По одному только Кировскому району обрезке подверглись более 300 деревьев. А в целом по городу свыше 700. У нас много видов работ. Это и сбор мусора, и в дальнейшем прогребание газонов, и восстанавливание газонов, и кошение травы на газонах, и посадка цветов. Работы много, да. Без дела сидеть некогда. Все виды работ этой весной приходится вести одновременно. В этом сложность. Город должен быть приведен в порядок до конца апреля. Яна Хромова, Василий Мосин, городской телеканал.